Ну вот, дорогие друзья, мы с вами побывали на даче, где я показал, где будет стоять моя маленькая мастерская и рассказал, как и что я собираюсь ее делать. Ну и вот в блендере я собрал теперь 2 на 2 такой небольшой домик. С крышей я пока еще не решил, пока только стропила стоят, потому что то, что я планировал, сюда не подходит, а пока замену я не нашел, да и удобнее будет смотреть. Значит, что существует здесь как бы основа, фундамент, не фундамент, но решетка. Решетка, на которую постелена ДСП. Вот она. Вот там три штуки. Далее я посмотрел, что существует. Так. Я посмотрел, что вот они. Есть доски. В общем-то, ну как, относительно недорогие, самые дешевые из тех, которые. У них есть шплинт, то есть их можно друг в друга вставлять. Толщина 2 сантиметра. Из них получится, в общем-то, неплохая стенка. Потому что если будет жарко, мне все равно, то вот здесь, видите, сейчас внутри стоят всякие перегородки и так далее, где можно будет вставлять кусочки пенопласта и так далее, или еще что-то такое. Сделал я два окна, вот одно, второе. То есть я запланировал и с жалюзями, не жалюзями, а как это называется-то, которые ставни, господи, закрывают окна, потому что много будет хорошего инструмента, надо все-таки более-менее соблазн убрать, чтобы через окошко не посмотрели и не вломились. А дверь у меня будет та, которая стоит уже на даче, она небольшая такая. Немножко сказочная, да, наклоняться придется, заходить. Но мне больше нравится, если она будет до самого верха, там двухметровая. Не хочу. Итак, я посчитал уже более-менее. И вот первый результат. Ну, сейчас пойдем с вами. Вот. Нет. Возьмем текст. Так, я сейчас это делаю, наверное, беру пока и скажу, что мне нужен текст, ну, чтобы запоминать и себе, и кому-то, может быть, будет интересно по ценам немецким. Значит, так. Не удивляйтесь, потому что у нас все очень дорого, и то, что я выбирал, это практически почти самое дешевое. Ну, то, что совсем-совсем дешевое, оно страшное. Я такое не хочу. Так, итого, я сейчас объект вот сделаем так. Теперь, скажем, нам нужен текст. Да? Ну, текст нам надо видеть как-то, да? Поэтому ну, давайте вот его развернем сейчас. Вот R по Y. Ну, нет, по X на 90 градусов. Вот так. Так, ну и писать надо таким образом здесь. В общем, доска называется Rauspant. Это не доска, это название такого продукта Rauspant. Rauspant. Ладно, поменьше надо немножечко сделать. Иначе не вместится. Значит так, там она 2 метра на, ну, грубо скажем, 200 сантиметров на
на 10 почти, 9,6, да, и толщина у нее 2. 2. Вот такие параметры. Так, они в упаковках. Значит, один одна упаковка. Стоп. Одна. Он стоит 1 упаковка стоит 8,51. 8,51. Мне надо 15 штук таких, 15 штук, и это равняется 127, 127, 65 копеек. 127 евро 65 центов. Окей. Это доски, да? Следующее. У нас теперь бруски. Бруски — это кантенхольц. Называется кантен. Кантенхольц. И он будет тоже 20 сантиметров, 200 сантиметров, господи, на 6 сантиметров и на 4 сантиметра. Вот так. Значит, мне их нужно для этого домика, я посчитал, 24 штуки по цене евро 78 за штуку. Итого это сказал, значит, 42,72. 42,72. 72 евриков. А почему, интересно, она не показывает евро? Ну, странно. Ну да, напишем евро. Нет. У нас он называется ойро. Поэтому так и будем писать. Так, хорошо. Теперь еще у нас вот эта форлига плата. Форлига плата. Это и есть вот этот пол. Необработанный, не лакированный. Значит, мне потребуется 3 штуки. По цене, так, у него 8,31 за штуку, 8,31, 3 штуки, 3 штуки умножить на 8,31, это получится у нас 24,93. 24,93. Так, выру тоже. А размер ее 2,5 метра на 250 сантиметров, на 60, по-моему, дай бог памяти, на 63. На 63. На 63 сантиметра и на 12 миллиметров.
Так, что еще нам надо? А, и уголки. Вот винкель, который крепеж. Винкель. Пока я куплю упаковку. Там 25 штук. И это равняется по цене. По цене так. Это будет стоить, если я не ошибаюсь, 16,99. Вот так. 16,99 тоже беру. Итого, пока я так посчитал быстренько. Сейчас скажу, сколько, где у меня калькулятор был. Я сбросил, наверное, все. А что же не записал-то? Нету? Ну ладно. Значит, тогда 127,65 прибавить 42,72. 42,72 прибавить 24,93. И 16,99. Так. Нет, что-то неправильно. Так, только 195,3 и прибавить 16,99. 16,99 получится 212,29. То есть гизамт. Гизамт. 212,99. Или сколько там было? 29. Что-то не хочет она. Все. То есть вот эта сумма была бы мной потрачена и будет мной потрачена для того, чтобы вот собрать такой каркас. Еще прикидывайте где-то на шурупы, на там еще чего-нибудь. Окошки я не считаю, потому что это я маленькое такое, я соберу бесплатно здесь. Есть люди, которым после стройки не нужны какие-то досочки и так далее. То есть как раз это. Ну, то есть крыша мне обойдется еще где-то 90 евро. Итого, я думаю, все-таки я в свою сумму в 300 евро я уложусь. Ну, пока я ничего тут не разукрашиваю, потому что в дальнейшем я хочу подвешать здесь две лампы от солнечных батарей, которые работают. А тут поставить... Привешать ящики деревянные, посадить весной цветы туда, и будет красиво, в общем-то. Ну, в общем, вот такой план. Надеюсь, не заскучали из-за сухих расчетов. Но, с другой стороны, я показал, как оно должно быть, как будет выглядеть. Ну, то есть, оформление еще время. Мне главное сейчас это поднять каркас.
и накрыть его крышей. Буду ждать, пока придут мои инструменты первые, и потом мы с вами пойдем уже и начнем. Купим немножко сначала, много не купим, сразу хранить негде. А вот будем покупать и ставить, да? Ну, все тогда. Всего доброго, дорогие друзья. Следите за следующими выпусками. Пишите комментарии. Пока.